О главных событиях к этой минуте в нашем выпуске новостей. Итак, 4 человека погибли в ДТП в Подмосковье. Столкнулись 2 автобуса. По предварительным данным, водитель одного из них выехал на встречную полосу для обгона. По предварительным данным, сегодня 17:40 на 18 километре по дороге А108 произошло столкновение автобуса и микроавтобуса. В результате ДТП 4 человека погибло, 10 пострадало. На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.